счетом белых 3 победы, 0 ничьих, 1 поражение. Терентьев Дмитрий! Его соперник в синем углу ринга, в прошлом тоже представитель команды белых, 3 победы, 0 ничьих, 1 поражение. Напоминаю внимательно, сзади вас позвоночник стол прибьем. Головой локтями не работает, за канаты не хватаемся. Падали колени, но не трогал корпус. Руки уже пожали. Работа сейчас, мама. Все хорошо.
Вот, молотком сверху, молотком. Вот так загул придерживаем. Хорошо. И две минуты. Дима, 40 секунд. Хорошо, нормально. Две минуты. Давай еще. Да, 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 Дим. Руки контролируй. 40, да, хорошо. Давай, Димон, давай. Сверху, молодец. Молодец, Димон. Давай, попробуй, попробуй. Сколько еще осталось? Не вставай, Дим, не вставай. Еще, Димон, работай, еще. Да, да, хорошо, Дим. Работай руками. Да. Контролируй, спокойно, выше контролируй. Давай, Димон, давай. Дима, тяни с двумя руками сразу. Молотком бьем. Не давай ему на ноги стоять. Молотком, Димон, молотком. Работай молотком. 30 секунд. Руки слетают. Стягивай ножками, лягушку ему делай. Олег, 30 секунд. Тема, лягушку делай. Дим, 20 секунд. 20 секунд, Дима. Придался к нему. Димон, молотком. Давай молотком, свет. Дима, вот 10. Да, Дима, в него смотри. О, хорошо, 5 секунд, Дима. Проверь, чуть-чуть не осталось. Стоп! Он красава. На шею перебить ему. Прям по тяжелю, нормально. Сядь. Вот так. Давай, давай.
3 минуты осталось, Дима, 3 минуты. Одиночный удар в голову. Вот так хорошо, да, колено работает. Стоп, колено. Стойка! Красавчик! За работу головой. Я не работаю головой. Только что. Стойка! Он стоп, пошел, потом он стоп. Руки поднял. Дима, ну просто уже. Минута времени. Давай, скорее, отдыхай. Подраться надо, пока он не остановит. Хорошо, давай попрыгай чуть-чуть, пожалуйста. Да. Все, готов. Дима, руки выше. Пошел, ну не нос, Дима, пошел. Для награждения победителя в среднем весе СПВ Fighters приглашается Прокофьев Алексей, тренер с первого сезона. А также кубок, почет и медальки. Итак, решением судей в финальном бою в среднем весе победу одержал Терентьев Дмитрий! Аплодисменты обоим бойцам, оба финалисты, оба молодцы, добились, зашли. Хочу поблагодарить Дмитрия и Артема за великолепный бой, мне кажется, всем понравился. Самый лучший! Да, только район не его попался сегодня, да, так, конечно, лучший. Молодец, в любом случае, такая гематома, человек перетерпел, тут любой удар, тут бы залили, наверное, даже первые ряды, может быть, даже верхние кровью, потому что очень опасно, очень страшно.
Молодцы, хороший бой. Тут явно преимущество в весе, человек воспользовался, ничего страшного. Ну вот победа тебе, Артем, от души. Ну и Дмитрию, конечно же, также больше новых побед красивых.